Здравствуйте, это программа «Новосибирская неделя». В ближайшие 20 минут о самых заметных событиях и о том, как они повлияли на жизнь города. Режиссер и директор театра оперы и балета на скамье подсудимых. В прокуратуре не оценили творческий замысел постановки «Тангейзер». В храме искусства религиозной символики не место. На постере изображена обнаженная женщина, между которой изображен образ Иисуса Христа. Летит, вот вы знаете, размером с лоджию. Огромная глыба, как рухнула. Сугробы на крышах и тротуарах управляющие компании не успели выполнить работу в срок. Обильные снегопады помешали. А также, зачем энергетики покрасили воду в зеленый цвет, какой приговор вынесли Николаю Хвану, когда колею на дамбе ГЭС уберут. Об опере «Тангейзер» теперь, пожалуй, известно всем – и преданным театралам, и тем, кто от искусства крайне далек. Скандалы, судебное разбирательство, начавшееся на этой неделе, конечно, не лучшая реклама, но внимание к постановке привлекли. Ирония судьбы. Режиссер оперы Тимофей Кулябин оказался в ситуации, парадоксально похожей на ту, что постановщик придумал для главного героя спектакля «Тангейзера». Их творческие замыслы восприняли неоднозначно, и если у «Тангейзера» в финале есть хоть какой-то шанс на прощение, то у Кулябина, похоже, нет. Репортаж Анна Кондратенко. То, что кресло режиссера придется сменить на судебную скамью, Тимофей Кулябин вряд ли ожидал. Постановщик «Тангейзера» чувствует себя здесь явно неуютно. Решается не только его будущее, но и судьба его детища. Хотя отвечать за смелый творческий замысел, воплощенный в спектакле, вместе с режиссером приходится и директору оперного. Это ведь не вопрос Новосибирского театра, это как бы честный случай. Это вопрос вообще всей жизни в России. Дальнейший. Или прецедент будет здесь, или его не будет. Сторона обвинения подозревает режиссера и директора театра в том, что они осквернили религиозные символы. В опере есть элементы порнографии, уверены представители прокуратуры. У нас есть заключение, о котором я говорил. Доктор Богословия. Доктор Богословия, да. Мы все-таки считаем, что именно если имеется осквернение именно христианской святыни, то мнение должен высказывать именно человек, который имеет соответствующее богословское образование. Посмотрев видеозапись «Тангейзера», протоиерей Борис Пивоваров сразу же написал отзыв на оперу. Лицензии, разрешающей выдавать экспертные заключения, у священнослужителя нет. Несмотря на это, судья приобщила отзыв к материалам дела. Образ Иисуса Христа, хоть нерукотворный, хоть распятый на кресте, он в сознание верующих людей, или, выражаясь мочим, в общественное сознание вошел давно. Начиная с Куликовской битвы, все узнают вот эти образа. И доказывать, что черное, белое, конечно, очень трудно. Защита считает такую экспертизу как минимум однобокой. Поскольку предметом обсуждения стало произведение искусства, адвокат предложил провести независимую экспертизу с привлечением лучших российских специалистов в области культуры и религии. Известный по участию в скандальном процессе «Пусси Райт», адвокат Сергей Бадамшин уверен, прокурор попросту плохо разбирается в искусстве. Образ рыцаря и образ Христа – это всегда рядом переплетенные образы, которые шли рука об руку на протяжении всего творчества Средневековья, когда была инквизиция, когда была не ваша цензура, которую пытаетесь выводить, а когда была инквизиция почище того, что происходит в данный момент. Громкий процесс еще больше привлек внимание к постановке, особенно в творческих кругах. Елена Панасенко сейчас учится в Высшей школе деятелей сценического искусства в Москве. Там готовят театральных менеджеров. Один из главных вопросов учебной программы – как отстоять интересы театра в суде? Елена даже сдавала экзамен по этой дисциплине. Мы должны были составлять разного рода договора, уставы, комиссии там отдавать, и они нам задавали вопросы. Если та сторона поступит вот так-то, подаст на вас в суд? Вот мы играли, защищались с точки зрения, если на вас подадут в суд. То есть про «Тангейзера» как-то еще и не говорилось в этот момент. А как вы будете действовать? А как вы выиграете? А что вы прописали в вашей бумаге, чтобы выиграть это судебное разбирательство? После скандала в Новосибирске изучить оперу «Тангейзер» поручил министр культуры России Владимир Мединский. В рабочую группу вошли известные люди искусства. Многие уже высказались. И весьма эмоционально. Я категорически противник того, чтобы люди проповедовали атеизм в церкви, но также неверно проповедовать религиозные взгляды в театре. Сегодня много воцерковленных людей, в том числе и среди деятелей культуры. Надо понимать, что культура и религия, хоть и взаимосвязаны, это не единые сферы жизни. У Льва Толстого был прекрасный термин «энергия заблуждения». Художник имеет право на заблуждение. В нем, этом заблуждении, поиски смыслов, проявление борений духа,
В нем энергия жизни. Нельзя бить искусство по рукам. Нельзя грозить уголовными статьями за спектакли, книги, картины, музыку. Отсюда один шаг до сжигания книг на кострах. Свобода творчества – такая же абсолютная ценность, как и свобода вероисповедания. Оба процесса по делу Мездрича и по делу Кулябина судья перенесла на 10 марта. В суд вызовут свидетелей, в том числе художника по свету, исполнителей главных партий. Если мировой суд Центрального района встанет на сторону обвинителей, театру, скорее всего, придется изменить постановку, либо убрать ее из репертуара вовсе. Как многие сейчас шутят, все происходящее похоже на спектакль. Вот только кто положительный герой, а кто отрицательный, судить зрителям. Пока многие из них голосуют за искусство. Большинство билетов на ближайшие спектакли Тангейзера практически раскуплены. Анна Кондратенко, Дмитрий Кан, Роман Семенов. Новосибирская неделя. И в продолжении темы судебных тяжб на этой неделе бывшего начальника метростроя, а ныне депутата Заксобрания Николая Хвана приговорили к 2 годам лишения свободы. Условно. Его обвиняли в многомиллионных тратах, утечку бюджетных средств при строительстве станции «Золотая Нива» обнаружила контрольно-счетная палата. Но за несколько лет разбирательств из дела пропало упоминание о многомиллионной растрате. А доказать смогли только 2 эпизода. Хван из фондов муниципального предприятия оплатил учебу родственника и фиктивно трудоустроил сотрудницу своего предвыборного штаба. Общую сумму ущерба оценили в 230 тысяч рублей. Свою вину Хван до конца так и не признал и планирует обжаловать приговор. По всем обвинениям тяжелым, где господин Хван украл, увел денежки под миллиарды, не соответствует действительности. Потому что следствие сняло все обвинения. Ну, сказать, что проходит беспредел, не могу, язык не повернется. Я бы хотел много сказать, уважаемый суд. Наверное, просто этим закончу, что... Я честно отработал. Дорогу на дамбе Новосибирской ГЭС отремонтируют летом. Такое решение приняли после резонансной аварии. Напомню, в результате столкновения погибла 7-летняя девочка и водитель. Одну машину выбило из колеи, и она врезалась в другую. Девочке, находившейся на заднем сидении, даже ремень безопасности не помог. Автоинспекторы причиной столкновения считают глубокую колею в асфальте, хотя если бы водители не превышали скорость на дамбе, разрешенная всего 40 км в час, столь страшной аварии можно было бы избежать. Допустимое 5 сантиметров, но наличие колеи было 6 сантиметров. Да, действительно, колея там была, мы проводили определенные замеры, фиксировали это все. Вот, после сейчас анализа ситуации и принятия там позиции следствия будут приняты соответствующие меры. Город освобождают от снежного плена. Очистить тротуары должны уже к 8 марта. Своего рода подарок представительницам прекрасного пола. Получается, по асфальту можно будет без опаски ходить на каблуках. Пока же по некоторым дворам скорее на лыжах будет удобнее передвигаться. В этом Анатолий Локоть убедился сам. Результаты объезда дворов неутешительны. Даже лучшие управляющие компании не везде работают одинаково хорошо. Огромная проблема – сугробы на крышах, а некоторые дома с наступлением тепла вовсе может затопить. Мария Черешнева оценила масштабы бедствия. Вот и бежит. Это вот сейчас, пока это с утра, это вот набежало с утра. Весенняя капель с потолка для жителей этой пятиэтажки начинается с первой оттепели. На голову не только вода падает, обваливается штукатурка. Все, что сделали сотрудники управляющей компании, натянули пленку на чердаке. Вот этим ковшиком мы вычерпываем на чердаке с тазиков. Вот сюда вливаем. Утром еще 4, а днем потеплее, по 6, по 8 ведер мы спускаем. Управляющая компания ситуацию аварийной не признает. За свой счет ремонт делать не хотят. Некоторые обслуживающие организации вообще всю зиму работали спустя рукава. Это показала проверка. Двор на улице Ольги Жилиной в план объезда не входил. Градоначальник выбрал место наугад и не ошибся. Здесь над головами жильцов в прямом смысле нависла угроза. Глыбы снега начали падать с козырьков. Летит, вот вы знаете, размером с лоджию. Огромная глыба, как рухнула. Ну, это благо, что никого... Ну, это под окнами там, наверное, никто не ходит. На очистку крыши, уборку сугробов во дворах жилищникам дали срок до 1 марта. Не уложились. Погода внесла коррективы. За неделю выпала месячная норма осадков. Как минимум 50% еще дворов, территории дворовых не убрано. Спрашиваю, сколько времени для того, чтобы убрать? Говорят, 2 недели, 10 дней. Вот 10 дней. Договоримся, 10 дней. В некоторых дворах снега столько, что под сугробами тонут детские площадки. Здесь большие претензии не только к крышам и козырькам, но и к содержанию двора. Вот, пожалуйста, сугроб. Он даже выше меня. Если в ближайшее время его не уберут, снег растает, и вода потечет прямиком в подвалы.
Уборка снега – дело затратное. Вывозить мусор дешевле. К тому же не все собственники согласны платить за уборку. Между тем, синоптики обещают, скоро сугробы начнут стремительно таять. Первый месяц весны будет теплее климатической нормы. Снег для города – большая угроза. Главная задача – это подготовить входные и выходные оголовки коллекторов для пропуска воды по нашим малым рекам в городе. Как только мы это будем готовы, далее мы приступим к ливневой канализации по отводу воды. Будем мониторить ситуацию на снегоотвалах. Сегодня снегоотвалы уже переполнены. Дорожники и коммунальщики ищут альтернативные варианты утилизации. С части парков, скверов, допустим, можно вывозить снежную массу в водоохранную зону, потому что там нет обработки пескосмесью, засорения маслами, выхлопными газами и так далее, то, что оставляет автомобиль. Уже к 8 марта все тротуары в городе должны освободить от снега и наледи. Пока уборку затрудняет несогласованность. Управляющие компании сбрасывают снег с крыш, дорожники не успевают его вывозить. Коммерсанты подкидывают работы. Снег от офисов и магазинов сдвигают на магистрали. При этом дорожная техника пройти по улицам не может. Мешают припаркованные фуры и легковые автомобили. Однако освободить город от снежного плена ответственные за уборку обещают в срок. Мария Черешнева, Роман Семенов, «Новосибирская неделя». В городе идут бои за мусор. Сетки для раздельного сбора отходов ломают и опустошают вандалы. Под подозрением водители мусоровозов. Одного поймали с поличным. Он решил вот таким вот образом отомстить переработчикам. То, что у него, видимо, заработная плата уменьшилась за счет того, что уменьшился объем вывозимых контейнеров. Водителей спецмашин экология действительно мало волнует. Разделили отходы или свалили в один контейнер. Им платят за вывоз любого мусора. Главное, побольше его собрать. Переработчики пластика, стекла, бумаги все же планируют установить в городе еще около 200 сеток для раздельного сбора отходов. А значит, войны за мусор продолжатся. Энергетики покрасили воду в зеленый цвет. В качестве эксперимента в двух котельных в трубы закачали органический краситель «Уранин-А». Он позволит быстро обнаружить утечки. Новый метод – хорошая альтернатива к гидравлическим испытаниям, но полностью отказаться от летних отключений не удастся. Энергетики сделали все, чтобы «Уранин-А» не попал в систему горячего водоснабжения, но даже если это произойдет, краситель безопасен. Его используют в производстве шампуней, подкрашивают воду в аквариумах. А теперь о зелени парковой. Листва, конечно, еще не скоро распустится, но в городе начали масштабное обследование мест отдыха. О будущем парков и скверов говорим с председателем художественного совета Новосибирска Александром Ложкиным. Александр Юрьевич, вы уже вместе с экспертами побывали в Бугринской роще, в Центральном парке. Какие первые выводы? Ну, на самом деле выводы делать еще рано. Потому что пока наша задача – это, собственно говоря, исследовать существующую ситуацию в наших парках, скверах, общественных пространствах. И, соответственно, дальше оценить потенциал этих территорий. Да? Ну и дальше, конечно, это будет уже вместе с другими исследованиями основаниями для проведения проектирования. Есть территории, которые проблемные, как Центральный парк, да, потому что там действительно… Сегодня антропогенная нагрузка чрезмерная, качество природных территорий очень плохое, потому что деревья больны. А, скажем, Бугринская роща, территория, которая обладает, конечно, совершенно огромным потенциалом, да, который пока используется на какие-то там проценты, или, если не доли процентов. Все-таки акцент получается именно на деревья и прочее озеленение. Ну, смотрите, мы обследуем природные территории, да, и, соответственно, как бы качество природы – это, основная составляющая. Вот наша задача, да, использовать вот этот природный потенциал, использовать, естественно, не в ущерб самой природе, да, но для того, чтобы сделать эти территории, скажем так, чтобы они использовались более эффективно. Та же самая Бугринская роща сегодня отрезана от большей части городских территорий. То есть там… От трамвая надо идти где-то порядка полукилометра. Сегодня на самом деле в эту территорию, в общем, приезжает меньше людей, чем, наверное, могло бы. Значит, соответственно, да, надо повышать, например, транспортную доступность этой территории. Реконструкцию парков и скверов могут принять в штыки, чего стоит только конфликт с Нарымским. Как найти все-таки золотую середину? Основная причина конфликтов, на мой взгляд, это непрозрачность, это попытка что-то скрыть от общественности. Ну, вот известная история, да, когда начинают вырубать деревья, там, да, то есть, как бы,
проводить даже просто санитарные чистки, да, сразу возникает такой негативный общественный резонанс. Но очень часто это просто аварийные деревья. Значит, соответственно, нужно вот это все очень подробно, детально объяснять. И, на мой взгляд, очень важно способствовать тому, чтобы при каждом нашем парке, при каждой такой территории возникали общества друзей парка. Сегодня эта деятельность активистов, она во многом протестная. Вот важно, чтобы был не только протест, да, но и был определенный конструктив, который бы позволил эти территории сделать лучше. Поэтому действительно здесь должна очень серьезная работа с одной стороны экспертов, а с другой стороны общественности. Спасибо большое вам за комментарий. И последнее. Большую стирку устроили в Музее истории Ленинского района. В преддверии 8 марта показали, насколько тяжелым был женский труд до широкого распространения бытовой техники. В качестве экспонатов стиральные доски, деревянные и металлические, утюги и другие раритеты. Стирали в деревянных катках. И воду либо кипятили отдельно, либо кидали горячие камни. Первыми выставку увидели дети. Школьников больше всего поразила старинная бытовая химия. Ведь вместо стирального порошка раньше использовали бычью желчь, яичные желтки, мед, отруби, глину и золу. А в античные времена одежду и вовсе распарывали на части, чтобы как следует отстирать. Весь этот нелегкий труд лежал на хрупких плечах слабого пола. В 20 веке даже появился лозунг «Женщина делает мир чище». И действительно, если бы не прекрасная половина человечества, мир был бы другим с наступающим 8 марта. Такой прошедшую неделю увидели корреспонденты нашей редакции. Материалы программы доступны через канал «Новосибирские новости» на видеохостинге YouTube. Всего доброго!